Добрейшего всем, дамы и господа, с вами Кулин, и сегодня я вас поприветствую здесь, где в прошлый раз я ходил к Либеню и забирал, конечно же, у него хорошие подарочки. Да-да, если что, мы сегодня в Геншине. Сегодня у нас, наконец-таки, стал доступен новый ивент, который должен был начаться еще пару недель тому назад. Но в итоге как бы разрабы его перенесли из-за ихнего локдауна. И в итоге у нас ивент с чайником выходит только сейчас. Правда, вот все же подвох большой остался. Ведь чайник таки нормально не починили. Там все же не поставили все же своих любимых компаньонов. Ну а если кто не в курсе, как называется у нас ивент, то называется-то у нас все дело пряности Запада. И нужно сейчас мне бежать в порт, чтобы разбираться, а в чё там, черт возьми, дело, и почему же там нужно нам доставать, зараза, такие вот приправы. Ладненько, затягивать я, пожалуй, не буду, давайте уже будем приступать, и нам нужно найти одну женщину из Сумеру, да-да, которая должна выйти у нас уже в августе, но из-за локдауна, видимо, все это будет дело перенесено. Ну и нужно сейчас бежать... на причал порта Ильюшки. Будем смотреть и разбираться. Что же у нас там такого-то случилось, что в итоге как бы даже нормальные приправы не могу подобрать. Так, ну иди-то она должна быть у нас здесь. И вот она стоит. Назафарин ее звать. Звучит довольно-таки интересно. Так. Бедную Назафарин. А чем нужно спасать? Обычно вроде нужно тут файтиться, если такая вот беда происходит. А тут... одеяло, холодный день, уголь в подарок во время дождя. Звучит как-то даже нелогично, чтобы вы понимали. Да, никто вроде так раньше обычно не говорил. Даже тот дорогой ученый, который у нас в раздуме был, и то более-менее нормальный. Ладненько. Так... ну, чем же нужно помочь? Величайший кризис своего существования. Вау, вот это жрачка. Понимаю, великолепное дело. Ну, благо, готовить-то мы умеем, так что разберемся. И да, если что, это я и сия, так что что тут мучиться-то? Да, назвалась и... шизофрения? Ну ладно, сейчас. Порвана. С которой приправа, которая принесет счастье всем людям. Ну, кое-что мне напоминает. Это как бы логично. Любое блюдо очень вкусно. Естественно. Соль с перцем как бы здесь не помешают. Так. Ну и что? Я немного подумал над этим вопросом. Тоски не ела и не пила. Вау, спасибо. Голодовка великолепная. Так, тоска неподходящее слово. Но афоризмы здесь как бы и не обязательны в любви. Так. Несколько приправ добавить в блюдо и спрашивать людей. Дальше, наверное, нужно сейчас будет полную фигня идти. Но типа как бы факт фактом. Чё ж поделать. Сысканная кухня. Да, по-настоящему здесь любят. Ну да, лапшичку похавать-то одно удовольствие. Хорошо. Кто, пусть размешает тот, кто из Сумеру. Вау! А почему бы как бы не воспользоваться нашими рецептами? Согласитесь? Ну, хорошо. Так, ну и в чем дело? Я не понимаю. Все же, я так понял, нужно просто помочь, судя по ивенту нашему. В логово залученной бригады. Нужно иметь дело. Вот, кстати, наверное, в будущем в Сумере такое и будет. Ши приправы. Добавить еду, а потом уже как бы отнести их своим знакомым. А, ну это как бы надо идти в чайник. Но, по-моему, там у меня почти что все персонажи там идут на 10 левел. Эх, какая же беда. Все же ничего не поделаешь. Значит, тебе нужны дегустаторы, я так понимаю. Все, хорошо. Наконец-таки. Полетели.
Нужно будет смешивать и потом отдавать. Между краями точки стрелы, если нажмите на кнопку. Ага. Вы тратите одну попыточку. А у нас здесь попытки-то есть. Вау, классно. Ну, хорошо. Как бы я знаю, где покупать, и я думаю, с этим довольно-таки легко справлюсь. Только единственная беда в том, что у меня особо много фересов нету, но посмотрим. Хорошо. Так, ну и полетели. Конский хвост. А, ну это у меня, к счастью, все есть, правда. Конский этот хвост нужно, блин, то и дело добывать. Мало где растет. Так что ладно. Ну давай-ка пошли. Будем разбираться. Так, мята. Хорошо. Это получается у нас приправа, и я так понимаю, нужно будет ее в свои блюда добавлять. И потом компаньоны будут говорить, типа, вкусно, невкусно, фигня, не фигня, типа, воняет или вау, аппетитно. Ну да. Так, а, тут можно прям сразу же быстро. О, прям на месте сделал. Хорошо, и последний можно сделать. Все то же самое. Хорошо. Так, получается, у меня приправа есть. Осталось лишь только мне что-то заправить. Заправить, судя по всему, надо мне поменьше, потому что у меня-то всего-то три приправы. А, тут, получается, на каждое блюдо может уйти. Так, ну давай-ка я, допустим, возьму-ка одно вот это. И распределимся, наверное, между салатом и вот этим, скорее всего. Хорошо. Так, ну и, наверное, сразу же я забираю сушеную тесть и... Да-да-да, поскольку у нас вот это вот дело идет аж на 24 дня, у нас награды должны быть большие. Но по факту нет. Как бы этот ивент у нас рассчитан максимум на неделю. Так, ну и ты почнемся в чайник. Сейчас будем давать, пробовать. Кому тут, в принципе, можно как вариант давать? Ну, давай-ка, наверное, сначала, может быть, чище пойду. Можно, интересно, с ней будет взаимодействовать. Тем более... Надо же, как бы, это, ну, вы же знаете подвох, я, как бы, в этом деле разбираюсь. Ну, окей, там, может быть, сейчас еще по другим компаньонам побегаем, может быть, там как-нибудь их тоже, может быть, накормим, чтобы было им как-то повкуснее. Ну, да ладненько. Так, вот она, наша чища. И если что, на всякий показывает то, что вот нельзя, до сих пор нельзя. Я не могу что-то либо сделать нормальное. Так, ну и получается, попробуй. Давай-ка, наверное, и нам... Вот это. Почему бы и нет? А, ну и все. В принципе. А, и я не забываю, можно второй раз взаимодействовать. Кому там, в принципе, как вариант можно дальше отдать? Ну, пошли-ка, пойду-ка я с Саю. Тем более, я так понимаю, здесь можно разному компаньону дать. Попробовать. Так. Ну и пусть она тогда попробует салат. Я так понял, Сай, не понравилось, а с Чичи как бы, ну, непонятно и ничего не поделаешь. Так, третий раз, по-моему, дальше там нельзя отдать, потому что я же знаю, что будет. Саю скажут просто мне вот так. Все. Ну что, друзья мои, я буду завершать наш выпуск с пряностями Запада. Да, жалко, что же все же этот ивент у нас как бы слегка поломан из-за того, что невозможно нормально поставить компаньонов в чайнике. Ну да ладно, хотя бы там можно особо не беспокоиться, ведь наград там попросту нет, и все, что нужно, мы забираем уже в начале. Ну и на это хотя бы спасибо хуеверсам. Буду с вами прощаться, ставьте лайки, записывайтесь на канал, ставьте крышу на видосики, ну и конечно же, всем удачи, всем пока-пока!